прорыв. Вот такой прорыв. И он заканчивается броском. Громки. И как всем своим видом демонстрирует, что... Лодиш уже за судейским столиком снимает шлем и устраивается поудобнее. Ну, давайте смотреть. Вот видите, где ловушка? Практически полностью ловушка за линией. Ну, вот такая вот реакция у Владимира Орсова. Вот так. Падали все игроки слова. И, несмотря на это, вышли в перспективную атаку. Бросок защитника 1-0. Словом, открывает счет. Но вот тот самый Гурман добился. Защитники пока отрезаны у «Динамо». Шайбу разыгрывают только нападающие между собой. Ну и вот они добиваются успеха. Тарасов. 2-1. Очень вовремя, очень нужную шайбу забросили «Динамовцы». Но помощь защитников не потребовалась. Рисовали вот эти вот треугольники между собой. Шипачев, Тарасов и Кагарлицкий. Немного времени сейчас проводит в зоне атаки, но пользы немного. Ну вот здорово. Ну вот, подставил клюшку брюкве. Вот как рукой положил ворот. 2-2. Динамо отыгрывается. Владимир Брюкве, лишь первый гол в чемпионате. Ну, начало положено. Молодцы динамовцы. Отыгрались 0-2. Ну, помните, что я говорил, да, когда слово входил в третий период, выигрывая 1-0, что ни в коем случае не надо прижиматься к своим воротам. Ни в коем случае нельзя отдавать инициативу «Динамо». Вновь Джефф. Эрик Жилина. Ну что, поздравляем этого парня с первой заброшенной шайбой в КХЛ. Первый гол защитника Гурмана. Ну и первый гол защитника Жилина. Что такое случилось? Было поправление, давайте смотреть еще раз. Жилина здорово. Просто, конечно, так. Рикошет. Далеко из ворот выкатился. Ну что, друзья, спасибо вам огромное за внимание, коллеги.